В Северодвинске появится первый детский технопарк «Кванториум». Открытие запланировано на сентябрь этого года. Вопрос сегодня обсуждали на заседании областного правительства. Наш регион победил в конкурсе на предоставление федеральной субсидии, на которую и создадут «Кванториум». Это будет большой технопарк, в котором дети обучатся инженерному творчеству и освоят навыки технических профессий. «Кванториум» создадут в рамках нацпроекта образования и майского указа президента России. В перспективе открыть «Кванториумы» в Архангельске и Котласе. Кроме того, в этом году в Коряжме организует еще одну зону детского арктического технопарка. На площадке технопарка обучается более 1000 детей Архангельской области по разным направлениям: 3D-моделирование, робототехника, прототипирование судов, биотехнологии. На самом современном оборудовании создано 5 площадок в 4 муниципальных образованиях. Для оснащения технопарка современным оборудованием 3 муниципальным образованиям на конкурсной основе из областного бюджета будет выделено почти 2 миллиона рублей. Победителями конкурса стали Коряжма, Новодвинск и Устьянский район.